Смотри, как я. И вот этот шаг длинный. Не рукой отмахнулся, а надо развернуться. Можешь уложить и такую накладочку. Помнишь, под носом собираешь? Так. Ладонь вверх. Ну как попало? Поставили на него чашу с кофе. Двинающимся. Били и выбили. У кого-то кто кофе ставит, тут что-то другое. Поэтому, Он не готов упасть, но ладно. Ну куда войти? Видите, тазом. Это вроде бы я уперся, да, мне неудобно. Но я должен подниматься, работать. Знаете, очень важно позиция.